сестра дорогая Анюта отползла, прошептала живой. Спасала жизни под музыку. С 4 лет родители учили Зою Васильевну играть на гитаре, а уже в более сознательном возрасте она решила связать свою жизнь не только с музыкой, но и с медициной. Окончила специальную школу по этому профилю и уехала в Краснодарский край работать медсестрой в детском отделении. Там ее и застала война. Зоя Васильевна рассказывает, никаких вызовов и повесток не ждали, сразу побежали в военкомат. В то время ей не было 18, поэтому по распределению ее отправили в рабочий батальон. И уже когда на его базе создали специальный отряд, 18-летняя девушка попала в партизаны. В 1942 году Зою Васильевну направили на Лысую гору, которая сейчас известна как Безымянная высота. По словам героини, там, на горе, все поле было усыпано ранеными. Среди всех этих звуков стрельбы, это вот «сестра, я здесь, сестра, я здесь». Ну, а один раненый лежал, вот куда я подошла к нему, у него весь кишечник, он в бок, очевидно, был так раненый, и весь кишечник у него был на землю упал. Она управлять нельзя, потому что это уже будет гибель. Он говорит: сестричка, ну хоть попить водички, хоть чуть-чуть, хоть глоточек, хоть мне губки помажь водичкой. Я говорю: нельзя, милый мой, нельзя. Зоя Васильевна не знает, скольких она тогда вытащила с поля боя, скольких спасла. Просто позже узнала, что представлена к награде. Их отряд расформировали в медицинский санитарный батальон, отправили под Новороссийск. Там, в госпитале, она пела раненым песни. Говорит, больше всего любили Катюшу. А потом был штурм Новороссийска. Зоя Васильевна вместе с 1331 полком готовилась к десанту в Керченском проливе. С большого судна они пересаживались на корабли и шли по морю к берегу. Но во время бомбежки в них попали. Корабль начал тонуть, люди падали за борт. И в этот же момент я где-то как-то это вот так вот руками схватилась, видно, и спазм, может быть, и испуг ли тут, или чего ли, я не знаю. Ну, короче говоря, схватила меня вот эта левая рука, схватилась. А в это время, в этот же мере, звук слышу: держись, держись, держись. 3 раза кто-то мне кричал: держись. Вот я все 95 лет держусь. Через несколько месяцев Зоя Васильевна пришла в себя в госпитале, но снова попросилась на передовую. Победу встретила в лесу в Германии. После войны продолжала спасать жизни, долго проработала врачом. Сейчас большую часть времени Зоя Васильевна живет в геронтологическом центре в Москве. На лето в Головино ее забирает сын Валерий Кисляков. На вопрос, что самого ценного дала мама, отвечает: сочувствие к людям, сопереживание, чувствовать, вот человек попал в беду, нужно помочь в трудной жизненной ситуации. И вот такая вот доброта к людям, вот я считаю, это у меня сохранилось. Вот, и я стараюсь это передать своим детям, внукам и так далее, что ценить каждый день прожитый. В геронтологическом центре у Зои Васильевны свой музыкальный ансамбль «Мелодия». Часто они выступают с большими концертными программами, но так было не всегда. Изначально он назывался «Кабачок трех стульев». Тогда еще только Зоя Васильевна умела играть на гитаре, а потом она научила своих соратников по коллективу. Теперь они играют лучше нее и живут по принципу Зои Кисляковой с песней по жизни. Лада Кочетова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».